Сайдулакия, который вот нам предложил, закончили все ребята этот проект, набрались знаний английского языка, быту, а также футбольные там термины. Я думаю, в дальнейшем будет еще программа. Мы прошли сейчас начальную стадию программы. Сейчас на следующий год намечается у нас уже футбольные, по футбольным терминам. Дай бог, будем вот эту систему дальше изучать.